Главное, чтобы правильные начисления пришли в хороший банк. Сегодня вкладчикам разорившегося Сибэса пообещали выдавать страховые выплаты с завтрашнего дня. Горожан с паспортом и заявлением ожидают в офисе Россельхозбанка на Фрунзе 52. Буквально вчера Центробанк подал иск в арбитражный суд с требованием признать банк Сибэс банкротом. Ну а ранее, 28 апреля, регулятор отозвал лицензию из-за недостоверных отчетов и нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сибэс был основан в 1989 году.